Сергей Гапликов сегодня провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в России Мико Хаутала. Встреча состоялась в Москве в официальном представительстве Финляндии. Стороны, как сообщает пресс-служба главы, обсудили вопросы инвестиционного и технологического сотрудничества в области лесопереработки и обращения с отходами, экологической безопасности, совместной подготовки кадров для рационального использования лесных ресурсов, лесовосстановления, новейших цифровых систем учета лесных ресурсов. По итогам встречи достигнута предварительная договоренность об организации в ближайшее время финской бизнес-миссии в Республику Коми. Также Сергей Гапликов и Мико Хаутала обсудили возможность проведения в 2021 году российско-финского культурного форума на нашей территории.